Доброго ранку, друзі. Як обіцяли, повертаємося знову до вас. На цей раз вже не самі. Міжнародний день сімей сьогодні відзначається. І про сімейні цінності, сімейні стосунки будемо говорити з нашою сьогоднішньою гостею Валерія Тайс, психолог. Доброго ранку вам. Ну і звичайно, хочеться розпочати якраз питання, чи часто наші закарпатські сім'ї звертаються до психолога, вирішуючи свої проблеми. Ну, как вы знаете, как и все остальные люди, не только по семейным проблемам, к психологу, раньше вообще очень редко обращались, сейчас уже немножко чаще. Эта тенденция идет на увеличение, на осознавание своих проблем и того, что нужно как бы обратиться к специалисту. Но пока что не достигла того желаемого уровня, знаете, обращения к психологу с такими проблемами. От що ви в першу чергу радите людям, які до вас звертаються? Ну, ми не будемо, напевно, розбирати проблеми, причини. В кожного вони, напевно, свої унікальні. Але, от, можливо, є якісь такі базові от, поради, як, от, на що ви кажете звернути увагу в першу чергу? Ну, в першу чергу, розуміти, що сім'я – це є цілісний організм. Это что-то единое. И если каждый, и вот обычно много обид, да, друг на друга, много каких-то ожиданий, и если человек ищет своего личного комфорта, благополучия, то это будет, скорее всего, идти на разъединение семьи. Это каждый, любой из них, да. Но если каждый видит, что мне нужно, мне важно быть в семье, мне важно благополучие самой семьи, и это ставить целью, тогда каждый будет потихонечку стремиться, ну, для общего блага, в том числе и детей, и семьи, и так далее. Но не гарантия, что ему нужно будет очень отказываться от своих благ. Но главное, чтобы человек понимал, в чем цель его. Звернення до психолога от, при сімейних кризах, при якихось непорозуміннях, чи є це мету, до прикладу, зберегти родину, якщо вчасно звернутися? Да, можно, конечно, потому что ну, у нас очень мало, знаете, осведомленности людей в том, как развивается семья, что семья – это отдельная система, и она развивается совершенно по-иному, чем отдельный индивид. Есть какие-то кризисы в семье, есть этапы развития семьи, и они разные, не качественно другие, как бы человеку нужно меняться, нужно успеть приспосабливаться к этим кризисам, и здесь поможет специалист, который, ну, знает эти вещи, да, и подскажет, как человеку на что обратить внимание. Мы уже от щойно згадали такий термін, як сімейні кризи. Чи це нормально? Тобто дуже часто його можна тепер зустріти, і власне, як їх переживати, до чого треба бути готовим? Да, конечно, это закономерно. Каждая семья проходит какие-то кризисы развития. Одни, для одних семей какие-то могут быть очень краеугольными, а для других легко пройти, но это индивидуально. Ну, например, первый кризис первого года жизни. Это первый кризис семьи, да? Когда два человека с совершенно разными ценностями, разными семьями, разными убеждениями приходят и что-то пытаются построить свое. И тут идет много конфликтов, много столкновений разных интересов. И, ну, вот этот кризис проходится при успешно, может быть, пройден при таком осознавании общей цели, что мы хотим все-таки быть вместе. А потом кризис рождения первого ребенка. Когда бы он ни был, через 5 лет, через год, через 10 лет, это все равно совершенно меняет простройку ролей в семье. То есть если жена сначала заботилась о муже, там, ждала там, завтрак, ужин готовила, да, то когда рождается ребенок, ее все силы направлены на ребенка. И там структура другая. Муж заботится о жене, а жена о ребенке. Такой способ. Що робити родинам, які усвідомлюють, що проблема от є в родині, вони накопичуються, часом не вирішуються? Що їм порадити? Проблеми на самоплав. Тобто у нас дуже часто не прийнято обговорювати так проблему. Вирішиться, може якось буде. Так. Ну, в первую очередь осознать, что я хочу от жизни. Хочу ли я всегда быть там кем-то, чем-то, что плывет и не имеет своего направления, или я все-таки хочу быть хозяином своей жизни и строить ее так, как я хочу. И тогда простроить свои цели. Хочу ли я быть в семье, важна ли для меня семья и так далее. И если на эти вопросы ответить позитивно, то для меня важно руководить своей жизнью, и для меня важно занимать активную позицию, и мне важна семья. Ну, мне кажется, это базовое, потому что уже после этого человек мотивирован на то, чтобы анализировать, самокритично относиться к каким-то вещам и, ну,
йти на об'єднання. Дуже, знаєте, поширено у закарпатських сім'ях, неодноразово десь отак зіштовхувалася, гра в мовчанку. От типове, я з ним не говорю. Чи це доцільно, чи це вирішує проблему? Проблему отношений не решает, решает проблему конфликтности. Когда люди устают от конфликтов, это такая естественная как бы психозащита людей. Да? Я уже не могу спорить, я не хочу криков, я не хочу там, разбираться, выяснять отношения. Я просто ухожу в себя и делаю вид, что ничего не происходит. Это ну, как бы в какую-то такую, как черепашка, да, спрятался, и вот мне безопасно там. Какой-то период времени это может быть эффективно, если уже слишком накал страстей таких в семье, нужно немножко вот отдохнуть людям, да, тогда ну, может это быть вот целесообразно какой-то период времени ну, помолчать, да, побыть, проанализировать себя немножко. Но саму проблему это не решает. Просто дає немножко время акумулювати сили. Ми зараз із вами говоримо про те, як вирішити конфлікти, якось згладити ті чи інші ситуації. А от зворотня сторона, коли краще розійтися взагалі, які мають бути сигнали, коли, можливо, нічого не вдається зробити. От що має людину спонукати? Перша угроза житті. По всем, знаєте, і юридичним, і церковним каким-то концепціям, соціальним. Самое первое – оправданный развод и целесообразный, обязательно нужный – это когда есть угроза жизни кому-то из членов семьи, либо детям. Но если это зависимость и очень сильно неизлечимая, то есть ну, наркомания, там, алкоголизм, и причем ну, есть алкоголизм в такой степени, когда люди достаточно пассивные, ну, то есть выпили, пришли, поспали, да, это один вопрос, и там решать второму супругу, нужно ли это да, ждать, терпеть, лечить и так далее. Но бывает, когда приходят и третируют, всех тиранируют, когда это тиран, когда ограничивают свободу, когда ограничивают финансовую свободу, бывает и паспорта держат у себя. И, ну, в таких случаях это желательно, нужно и обязательно обратиться за помощью, потому что обычно второй человек не может это сделать. От ми з вами буквально кілька місяців тому спілкувалися на тему сімейного насилля, знімали сюжет. От часто жінки не йдуть від чоловіків, от, наприклад, переживають ті самі знущання, які ви кажете, що мають спонукати навпаки людину закінчити цей шлюб, можливо. Що керує жінками, на вашу думку, от коли там їй всі радять, що тобі пора від нього йти, він там тебе б'є і так далі. Що жінками керує, і вони кажуть, що вони його люблять, до прикладу. Это очень глубокие такие глубокие причины, потому что они лежат в детстве в основном. Если очень разрушающие отношения женщина терпит, скорее эти разрушающие отношения были в ее семье, и она привыкла это терпеть. Но, скорее всего, так точно относился ее отец к ней, либо мать. И ребенок, когда с детства, когда ребенок рождается в семье, он воспринимает все как данность, как норму. Что бы ни было в семье, какие бы патологические отношения ни были, для ребенка это норма, так надо. И поэтому, если есть тирания в семье, ребенок воспринимает это как норму, скорее всего, он найдет себе такого партнера и тоже будет терпеть. Саме як вирішувати ще от, поради такі загальні якісь? Сімейні конфлікти. Тобто от, є якийсь такий загальний, так? Наприклад, сценарій. Чоловік приходить більше додому, говорити, і дружина можливо. Починає його пилити і пилить. І він, знаєте, вже з останніх сил стримується. І от якась така ця жартівлива така приказка. От все можу зробити, а промовчати не можу. От жінка каже, що от, вона вже каже, і так себе виховую, і сяк. Ну, от як він заходить, каже, як пішло, і вона розуміє, що його це дратує. Що це неефективно. Так, що це неефективно, що ну, вони не... Що це просто черговий конфлікт, але не може втриматися. Чоловік у свою чергу також, він хоче відпочити. І от як взагалі от в такій ситуації? Ну, навіть от в цьому такому неадекватному способі реагування все одно є своя польза, тому що це коли чайник дуже сильно кипить, поднять крышку, выпустить пар, да, как говорят. И вот когда у женщины уже невыносимые внутренние переживания, ей все равно, насколько это неадекватно, ей надо это выпустить куда-то. Если нет более адекватных способов, то получается вот такое распространенное народное явление, да, пилинья. Вот. Мужчины более склонны изолировать свои эмоции от разума. То есть даже если им очень сложно, они много переживают, они стараются дистанцировать, молчать, уходить, идти в работу. То есть как-то избегать этих вещей, и то неэффективно.
Потому что, ну, это можно, знаете, наши люди, они очень терпеливые, это много лет можно терпеть, но радость и счастье и эффективность общения с, ну, со своей половиной не додает. То есть решать проблемы надо на другом уровне. Еще один такой интересный момент. Кто найчастіше звертається от до психолога для того, чтобы врятувати сім'ю? Кто это больше розуміє? Ну, женщина, конечно, конечно, женщина. Женщины обращаются, потому что развиты их коммуникативные способности, они чаще обращаются за помощью. Для женщины нормально просить помощи, для мужчины это, ну, как бы потеря своего статуса. Я не справился, это моя семья, и я не смог там навести порядок. Это какой-то признак слабости, и мужчины не выдерживают свидетелей этой слабости. То есть еще психолог будет знать, еще кто-то будет знать, что я не справился. Там наши проблемы должны быть внутри семьи. Но женщины также часто манипулируют, потому что приходят сами, говорят, что проблемы в семье, и хотят привести мужа, чтобы психолог их перенастроил по заказу женщины. Очень, ну, как бы, ну, это начало, в принципе, очень многие достаточно сознательные, когда обсудить с ними эти вещи, они могут понимать, что, ну, немножко свой ракурс перенаправить, да, и уже видеть цель сохранить семью, и мне тоже надо меняться. Знаєте, от дуже поширена проблема якихось таких сімейних, ну, не стільки конфліктів, скільки якогось такого от невлаштованості, так звана битовуха, побут. Mm-hmm. Він затягує, і як з цим боротися? Тобто, що робити подружжю, яке хоче врятувати? Вони розуміють, що от все, все вже до всього звикли, треба щось змінювати, а сил, можливо, десь не мають, але мають бажання. Mm-hmm. Ну, это важно, потому что наши базовые потребности – это физические, и нам нужно отдыхать. И когда, ну, есть дети, есть много детей, есть много обязанностей, много работы, и уже вот такая хроническая усталость накапливается, то, конечно, это все равно будет идти в конфликты от бессилия, от того, что нету выхода. Тут очень, ну, как бы целесообразно пересмотреть обязанности, разделить их с точки зрения того, что мне нравится. Не говорить «надо», «о, опять просыпаюсь, опять надо это делать», да, какое-то рабство получается. И когда мы чувствуем, вот есть такой вариант помощи, когда расширять свои мыслительную, свое мыслительное осознавание этой ситуации. Если у человека есть один выбор, он раб. То есть если я говорю, я должна идти на работу и все, я раб своей работы. Если два выбора, это невротик, идти или нет. Если пойду, так плохо, если не пойду, уволят, да? И что бы я ни выбрала, я все равно буду переживать, думать за это, и я невротизирована, и у меня, ну, все равно нет успокойствия душевно. Секрет в том, чтобы расширять выборы от трех и больше. Это свободный человек. Я могу пойти, могу не пойти, могу сказать, что я заболела, могу взять отпуск, могу больничный, могу поехать в санаторий, ну, то есть могу попросить, чтобы меня заменили и потом вернуть какую-то там. Ну, есть на самом деле много способов выходов. И не загонять себя в эти ловушки, расширять свои возможности. И если есть возможность где-то брать помощь, брать технику, соответственно, бытовую какую-то, да, это ценно, на этом не надо экономить, потому что это ваши силы, это ваша усталость. Що мене цікавить, як варто подружнім парам урізноманітнювати своє життя? Знаємо, що у багатьох така модель сім'ї: чоловік на роботі, жінка вдома, там, як часто скаржиться, прання, готування і так далі. Можливо, це походи там, не знаю, в кіно, прогулянки, ресторани, якісь відпочинки на вихідних. Спільний. Так, що воно взагалі дає і наскільки от цей етап, не етап, а цей от вид відпочинку, він важливий? Побути разом. Смотря сколько они вместе, иногда надо отдохнуть. У каждого это по-разному, но есть такая схема очень классная. Три вида счастья. Личное, семейное и профессиональное. И если человек имеет семейного счастья слишком много, семейных отношений, когда сутками только в семье, ему как раз надо личное пространство, и ему надо профессионально самореализовываться. Например, многим женщинам есть потребность самореализовываться не только в домохозяйстве, но не дают им возможность, и, ну, от этого душевная усталость. А также наоборот, если не хватает семейного, если много профессионального достижения и личных каких-то то тогда нужно, вот как вы говорите, больше уделять внимание совместному проведению. Баланс, я так зрозуміла, да. Це найголовніше. Конечно.
Дякуємо вам за те, що сьогодні завітали до нас і прощаємося з нашою гостею. Нагадуємо, Валерія Тайс, психолог, була сьогодні в нашій студії. Говорили ми про сімейні стосунки, сімейні цінності. Розмову нашу обов'язково шукайте на нашому YouTube-каналі телекомпанії М-Студіо. Прощаємося з гостею, але не прощаємося із вами.